Okay, the Torah reading for this period or for this time. В Торе для этого периода, для этого времени. Is from Leviticus chapter 21. В Левитах 21 глава. Until Leviticus 24 verse 23. Стих 20. Да. До 24 главы. Может быть, я здесь стану, не слышал. Yeah, you want to change sides? Yeah. Okay. It's okay. Now, if I was going to go through all of that, we'd be here tomorrow morning still. But конечно, если мы пройдемся по всем этим местам Писания, это уже будет до завтрашнего утра. So I will take just what I felt the Lord was speaking to me. Я просто хочу поблагодарить Бога за то, что Он вложил. It's very personal. Это очень личное. Okay. The first words that are written here in the Hebrew are speak. Первый стих, который вот я прочитал, к евреям, speak. Он говорил, например, он давал специальные инструкции Моисею. Okay. When we say he was talking to us, когда мы говорим, что он говорит к нам, we can look into 1 Peter chapter 2 verse 9. Мы можем посмотреть в Библию в 1 Петра. Do you know who you are? Глава. Do you know who you are? Ты знаешь, кто ты? Here it says you are a chosen people. Здесь написано, ты избранный народ. A royal priesthood. Царственное священство. A holy nation. Святой народ. A people who are God's possession. Народ, у которого есть Божья позиция. God wants to speak to our heart. Бог хочет говорить к нашему сердцу. He wants us to understand he has chosen us. Он хочет сказать к нам, что мы избраны. It's for me so amazing. Это удивительно. That God chose me. Что Бог избрал именно меня. Who am I? А кто я такой? I'm just dust. Просто я пыль. And yet God chose. И вдруг Бог меня избрал. He said, "I want you. I want to choose you." Бог говорит, я хочу тебя. Я хочу избрать тебя. It wasn't about me choosing him. Это не я его избрал. Это не я его выбрал. It was about him choosing me. Это он, который избрал меня. And saying, "I love you." Он говорит, я люблю тебя. I want to care for you. Я хочу заботиться о тебе. I want to be with you. Я хочу просто быть с тобой. I want to give you instructions. Я хочу тебе давать инструкции, объяснять тебе. And the rest of this passage of Leviticus is about instructions. Вы знаете, вот последняя глава в Левитам там наполнена инструкциями, да. It's about the feasts of God. Да, это Да, это праздники Господни. God loves a feast. Бог любит праздники. That's pretty clear from Scripture. Тут очень ясно указано в Писании. He says, "I want you to feast." Он говорит, я хочу, чтобы ты праздновал. Feast on my word. Праздновал по моему слову. Feast on the things of my kingdom. Праздновал в моем царстве. I believe today. Я верю сегодня. And at this time. Прямо в это время. Adonai still wishes to speak to us. Что он хочет говорить к нам. To give us instructions. Дать нам инструкции. On how we should live. Способ, путь, который мы должны жить. To let us know what he's looking for. Показать нам, на что он обращает внимание. To appreciate the authority of Scripture. Чтобы мы уважали, ценили власть Слова Божьего. It's true. Это правда. The Scripture is truth. Писание — это истина. And it's authoritative. И это с властью. When God said to do these things to Moses, when God said to do these things to Moses, когда Бог Моисею говорил, сделай вот это или вот это, He said, do them as you have seen. As you have seen. As you have seen. Да, делай это, как ты видел. Exactly. Непосредственно вот. Don't deviate from them. Не отвлекайся, то есть сосредоточенно. Okay. All scripture, Timothy says, is inspired by God. Все Писание написано, что оно вдохновлено Богом, то есть богодухновенно. And is useful for teaching. И оно полезно для того, чтобы научаться этому. To be corrected. Чтобы быть исправляемым Божьим словом. To be trained.
быть наученными Словом Божьим, натренированными, so that you may be belonging to God, чтобы мы могли принадлежать Богу, and fully equipped, и полностью были экипированы, снаряженные Словом Божьим. This is God's desire for us. Это Божье желание для нас. And during those feast times, и вот, вот в данное время, в течение вот этого времени, God said, "These are my feasts." И Бог говорит нам, что это мое призвание. These, это мои офицы, мои праздники. These are the times when I call you to come into my presence. Сейчас такое время, когда я призываю тебя приходить в мое присутствие. And I believe today. И я верю, что сегодня God is saying, come into my presence. Бог говорит к нам то же самое: приходите в мое присутствие. Come and meet with me. Приди и встреться со мной. It's an appointment. Это такое, как время, которое Бог назначил yeah? нам. We all have our это свидание. Agendas. Мы все. Typically, they're on here. Да. I'm sorry. We all have our agenda, our calendar. У нас у всех есть такое, как календарь или время встречи с Богом сегодня. It's here. Это здесь. But God has a calendar also. God has a calendar. God has an agenda. У Бога есть тоже свои времена, свои сроки, календарь свой. And He wants to meet with you. И Он хочет встретиться с тобой. And for some of you, there's a special meeting coming today. Для вас, для некоторых из вас, сегодня это особенное собрание, особенная встреча с Богом. Сегодня. If you will hear my voice, He says. Сегодня Бог говорит, если ты услышишь голос мой. Come. Приходи. Come and meet with me. Приходи и встретись со мной. These were times of it calls it a holy convocation, a holy meeting. Да, сейчас это время, оно называется святым, таким особенным, освященным временем встречи с Богом. Микра, it says in Hebrew. Микра говорится в Библии. It's the coming together, being part of the fellowship, being собраться вместе, быть частью большого общения. But also realizing that it's a time when we need to cleanse ourselves, purify ourselves. Но также мы должны осознавать, что это время, когда мы очищаемся, освобождаемся от грехов и времени прошлого. In the biblical times, when they came to the feast, they would have a special bath that they would take. Вы знаете, есть такое, в Библии есть такие времена, там понятия, когда мы приходим и на праздники для того, чтобы да, погружение, погружение в праздник, атмосферу этого праздника, чтобы мы очистились и были готовы к встрече с Богом, были готовы прийти в Его святое присутствие. God is calling us in this time. Бог призывает нас в эти времена. Я very верю. Especially это очень особенно. To come into that holy meeting with Him. Приходить на святое, освященное такое встречу или собрание с Богом. To experience His power. Чтобы прочувствовать, чтобы пережить Его присутствие, Его силу. When I've been preparing for this coming retreat. Когда я подготавливался ну, к этому приезду на этот ретрит. These are the things that the Lord's been putting on my heart. Это то, что положил в мое сердце Господь. The theme of the retreat is His will. Что время этого ретрита это Его воля. Тема, да, тема. What does He want? Что же Он хочет от нас? He wants us to come into His presence. Он хочет, чтобы мы пришли в Его That's присутствие. That's part of it. There's more. Это часть всего, но есть гораздо больше. But it's that coming together. Но это как прийти вместе, собраться вместе. That I believe is so important. Я верю, что это так важно. God wanted all of His people to come to Him. Бог хочет, чтобы мы все to come into His temple. Приходили в Его храм, в Его присутствие. To praise Him, to worship Him. Чтобы славить Его, поклоняться But Ему. Also to receive. Но также принимать. God is a God who gives. Бог, знаете, Бог даяния. All the time. Все время Он Бог даяния. If I was to explain my life and my walk with God. Если бы я вам рассказал и поделился бы своей жизнью и своим хождением с Богом, it would be one of receiving God's gifts. Это была бы история о том, как я принимал Божьи дары, Божьи подарки. He has given me everything Он that дал I have. Мне все, что у меня есть, все это Бог дал мне. In a sense, I have not earned it myself. And same, I'm sorry. In a sense, I have not earned it myself. Что?
Да. Вот это все, что у меня есть, я не сам earned, да, заработал. My life is a gift from God. Даже моя жизнь — это дар от Бога. Some of you know the story of how God has protected and kept me. Есть еще много разных историй, как Бог меня защищал, хранил. We are called into His presence at this time. Мы призваны быть в Его присутствии в такие времена. And as I said, these are God's appointed times. Сейчас это Божье, как время Божьей встречи по Божьему графику, календарю. And He has made that very clear to us. Он показывает нам это очень ясно. These are going to be. This is going to be a time when God's Spirit moves in power and authority. Это времена, когда Божий Дух начинает двигаться с большой силой и властью. I know this. Я это знаю. God has spoken to me about it. Бог проговорил ко мне. Are you ready? А вы готовы? Are you ready for God to pour out His anointing on your life? А вы готовы к тому, что Бог изольет свое помазание и силу на вашу жизнь? Are you ready to see Him work in power? А вы готовы видеть Его силу в работе, Его в действии? In many ways, the church has become unpowerful. The body of Messiah has become unpowerful. Вы знаете, есть много церквей, которые даже изнутри, они вообще не имеют Божьей силы, они слабые. But God says to me, it says it's enough. Ну и Бог говорит, что достаточно. It's time for a change. Да, достаточно быть слабыми, время меняться. I want to pour out my life into you. Я хочу излить мою жизнь на тебя, на церковь, на вас. Are you ready to receive it? А вы готовы принимать это? Yeah. Tell me. Скажите мне. Don't be silent. Не будьте медлительными. God said, speak, I will speak to you. Я же, Бог говорит, я же проговариваю к вам. And He is going to speak to you. И Он продолжит говорить к вам. Amen. Аминь.